В этом году в регионе планируют привести в порядок 11 участков дорог к садовым товариществам. По словам министра транспорта Евгения Лазарева, в этом году объем финансирования таких работ увеличен вдвое и составляет около 49 миллионов рублей из областного бюджета. Контракты частично уже заключены. Глава министерства попросил муниципалитеты максимально ускориться с работами, чтобы жители ездили по обновленным дорогам уже в этот дачный сезон, стартует который 16 апреля. Раньше запланированного в Ульяновске тепловые испытания в этом году состоятся 18-19 апреля, а не 25-26. Отмечается, проверку проводят раз в 5 лет, чтобы своевременно выявить возможные дефекты трубопроводов. Напомню, этой зимой в областной столице случались аварии на теплосетях. Во время испытаний несколько часов в системах отопления будет циркулировать вода повышенной температуры, поэтому в многоквартирных домах подачу горячей воды отключат. А полностью отопление у ульяновцев заберут, когда среднесуточная температура на улице в течение 5 суток не опустится ниже плюс 5 по Цельсию. В канун Дня театра 27 марта в выставочном зале Дома-музея Ленина открылась новая выставка «Магия театра». На выставке представлены 16 фотографий монет, которые выпущены Банком России. Это памятные монеты. И они являются не только средством платежа, но они являются произведением искусства. Все экспонаты посвящены теме театра и служителям Мельпомены. Отдельная часть экспозиции – нашему земляку, народному артисту России Анатолию Устюжанинову, главной ролью которого считается роль Ленина. По предварительной заявке можно прослушать экскурсию. Выставка будет работать до 13 апреля.